Доброе утро! Доброе утро! Вы на канале За Бугром Лайв, с вами Олег Забугорский. Я сегодня решил такое короткое видео в машине по дороге на работу в офис Лохое о том, как и сколько зарабатывают часто вновь приехавшие иммигранты. Это не идет речь о стандартном, шаблонном, так скажем, заработке, но общаясь в последнее время со многими замечательными ребятами, приехавшими из бывшего Советского, так скажем, Союза, я так это называю, вот, получаю некоторую информацию и решил с вами поделиться. Так сколько же зарабатывают свежие фреш-иммигранты, приехавшие в Америку? Погнали! Для начала рассмотрим, какие возможные работы могут использовать иммигранты. Во-первых, у которых не у всех имеется грин-кард, соответственно, Social Security. Назовем эмигранты, частично нелегально пребывающие на территории или же не имеющие права работы. Так вот, основная стезя, как я уже посмотрел, это стройка. Большинство иммигрантов отправляются, мужчины, на стройку, на construction и зарабатывают на каких-то черновых работах. То есть копать, ломать, переносить, подносить. Ну, достаточно сложная работа, и оплачивается она $12 в час. Рабочий день 8 часов, $12. С этим сталкивались многие. Многие прошли по этому пути. И многие, я знаю, таких увязли на 10 лет. Конечно, они уже зарабатывают не $12 в час. Заработки достигают порядка $200-$250 в день. Но ребята, с которыми я общался, в частности Дима Белорус, Сан-Диего его многие знают, который занимается отделкой и многими-многими специфическими работами. Он сказал так, что, знаешь, очень сильно затягивает многих, я, говорит, многих иммигрантов видел, приехавших, затягивает, и они перестают искать себя. То есть начинали с $12, потом, да, им подняли $16, ну и вроде как неплохая минимальная зарплата. И остаются в этом бизнесе на многие года, а потом, собственно говоря, уже не стремятся никуда дальше. Так вот, многие делают правильный ход, используя вот этот вот тяжелый труд для определенного количества времени, для того, чтобы встать на ноги, получить официальные документы, легализоваться, если вы не легализованы, собственно говоря, и заниматься своим любимым делом. Я не могу представить, как может быть любимым делом махать киркой. Я не могу представить. Я прошел этот путь, я копал, знаешь, как копал от рассвета и до упора. И не представляю, как люди смиряются и практически всю жизнь пашут вот как трактор. Поэтому в этом деле, знаешь, как вовремя главное соскочить. Второе, что сразу бросается из предложений, и чаще всего я сталкиваюсь вот в общении с человеком: ты где работал или где сейчас работаешь, да? Moving, перевозка мебели, перевозка каких-то заказов, то есть вот именно moving. Многие ребята молодые, не только молодые, да, составляют основную конкуренцию, например, здесь в Калифорнии, мексиканцы. Мексиканцы это страшные муверы, потому что то, что они вытворяют, нам, русским, Вася, не дано реально. Я сколько с ребятами общался, они говорят, мексиканцы это звери просто, они неподобные. Вот, оплата здесь варьируется $15-$16 и изредка больше. Заказы, как ребята рассказывали, я на мувинге никогда не работал, бывают, так скажем,
более или менее благодарны. То есть, соответственно, и наличие чаевых и прочих поощрений, то бишь еда и вода, не возбраняется. Здесь как повезет. Вот, работа целый день, бывает очень ранья, бывает до упора. Оплата часовая вот порядка 15-16 долларов. Мувинг — адская работа. Наверное, не менее адская, чем на стройке. И здесь, конечно, очень много травм. Поэтому будьте осторожны, выбирая мувинг. Но это самое распространенное, и большинство иммигрантов идут по этому. Я вот сегодня, если честно говоря, давно не снимал на GoPro-шку. Сегодня, общаясь с одним из своих друзей, с одним из моих подписчиков, он мне задал вопрос, как там работает GoPro, если как ее что-то подсоединить. Я говорю, GoPro сейчас, конечно, уже ушла на второй план с наличием других камер. И особенно в последнее время, да, многие блогеры, многие люди, которые ведут репортажи, снимают на Соньку. Маленькая-маленькая Сонечка. Сонечка вышла опять на рынок и отодвигает GoPro-шку. Ну вот я сегодня решил поснимать немножко на GoPro. Напишите ваш комментарий. Вот по сравнению с предыдущими видео, как смотрится видео с GoPro. Я жду твой комментарий.
как люди находят работу, как они находят ее. Но не торопитесь бегать по каким-то магазинам русскоговорящим, да, русским евромагазинам. Не торопитесь. Потратьте несколько дней на то, чтобы найти в социальных сетях, в Фейсбуке, чаще в Фейсбуке, более активные группы, нежели чем ВКонтакте. Большинство привыкло пользоваться ВКонтактом, но, ребят, здесь за бугром чаще используется Фейсбук, и активность более, так скажем, заметна. В Фейсбуках есть всегда группа вашего города, где вы находитесь, русскоговорящая или прямо русской общины. Вы добавляетесь туда и почитайте сначала, не пишите сразу, нужна работа. Нет, почитайте, там есть сразу, можно найти предложения, которые дают возможность завтра выйти на работу. Вот, в последующем, да, конечно же, вы можете, как участник группы, разместить свое предложение. Вот, мы с семьей приехали, там, то-то, 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 и расписать, что вы можете. Уверяю, люди отзываются. Я общался со многими, и это работает, это работает. Опять же, вы можете, если вы рукастые, предлагать какие-то свои уже услуги, там, креплю розетки, да, делаю фотографии, рисую картины или пеку пироги. Все что угодно. Соответственно, можете продавать даже в этих группах. Люди очень хорошо реагируют. Недавно, вчера, я привез мисс Анюте творог. Она так давно хотела творог. Одна замечательная русская женщина, москвичка, живущая здесь 30 лет. Не ради денег, ради общения и прекрасного, так скажем, времяпровождения с новыми знакомыми, делает творог дома. Замечательный дом. Она работает в госпитале на постоянной работе, занимается real estate, муж занимается, у нее собственная компания по construction. Поэтому у них все хорошо, и она не ради денег. Кстати, недорого. Килограмм творога $15 натурального, настоящего, замечательного творога, домашнего изготовления. Вот она делает посты, так же, как и мисс Анюта делает посты в Фейсбуке. Они продают свой продукт. Вот один из вариантов, вот как находится работа и как находится работодатель, как себя можно продать. Вот зачастую меня спрашивали раньше, да, что ты делаешь. Я временем торгую. Самое дорогое, что у меня есть, это мое время. Главное его за очень дешево не продать и цену не ломить. Ну, тут, как говорится, все индивидуально, от каждого случая, каждому по способности. Да, вот, на пляже как раз, когда мы ходили в эту субботу, познакомились с Олей. Оля ветеран. Ветеранами называют всех людей, которые демобилизовались. То есть вот человек отслужил в армии, он ветеран. То есть он вышел на пенсию, да, Оля служила 4 года. Ольга из Оренбурга, Россия. Отслужив в армии, она живет сейчас в Сан-Диего, и жила в Сан-Диего, и служила в Сан-Диего. Она собирается стать адвокатом, юристом, и пойдет учиться. Самое интересное, что после окончания армии обучение ей стоит $250 000. Ей оплатит армию, армия оплатит ей обучение. Да, $250 000. И при условии, что ежемесячная оплата ее службы составляла $5 000. То есть, соответственно, за 4 года у нее образовалась неплохая подушечка. Неплохая такая подушечка. Вот, попасть в армию, конечно, очень сложно. Попасть в американскую армию – это целый конкурс. Это, так скажем, высшее учебное заведение, которое, конечно же, дает весь соцпакет, хороший доход и большие перспективы, если ты хочешь пойти куда-то действительно учиться. Вот, интервью с Олей будет у нас в самое ближайшее время, я сделаю анонс и трейлер, потому что, на самом деле, общаясь с ней на пляже, я обратил внимание, через что ей пришлось пройти.
То есть, вот понимаете, через что ей прошло пройти. Это утро. Некоторые, так скажем, мои частицы мозга срабатывают не вовремя, поэтому я заговариваюсь. Мы, пообщавшись на пляже, договорились о съемке. Эта съемка, скорее всего, будет где-нибудь в ресторане, возможно, у камина, может быть, в отеле. А может быть, в спортивном зале. В спортивном зале у Дмитрия. Дмитрий живет 30 лет здесь. Дмитрий Сатаев. Вот его визитка. Дмитрий Сатаев. Четырехкратный чемпион мира по гирьевому спорту. И он тренер. Он тренер, у него собственный зал, где готовит ребят, американцев, которые действительно любят этот спорт. И я был у него, там очень круто. Возможно, что мы снимем интервью непосредственно в его зале, потому что Ольга очень крепкая женщина, очень крепкая, знаете, такая вот реальная солдат Джейн, ну, солдат Ольга. И еще она сказала, что она каждый день плавает по 2 километра. У нее такие крепкие плечи. Она красивая девушка. Она аккуратная девушка. В общем, очень много чего можно у нее расспросить. Поэтому в самое ближайшее время я выложу интервью с ней. И некоторыми вещами вас удивлю. Еще один метод заработка. Работа в ресторане. Работа в ресторане официантом на кухне. Здесь, конечно, чаще очень будут спрашивать, естественно, ваши легализованные документы, потому что устроиться будет сложнее, но возможно. Без документов вас однозначно могут взять фотографом. Есть фотографы, которые подходят к столам и фотографируют. Здесь будет у вас около $10 в час. $10 в час, небольшая зарплата, но вы работаете где-то часа 4 и получаете $40. Общался с людьми, которые это делают. Ну, так скажем, это подработка неплоха для студентов, которые могут просто фотографировать. Фотографы, которые работают на свадьбах, здесь, конечно, нужна репутация и история. Поэтому здесь нужно ее сначала создать, соответственно, ваше портфолио, сайт, и начать демпинговать, иначе вы на рынок не влезете. Вот, соответственно, русскоговорящие комьюнити, да, в большинстве своем не платят, как американцы. Американцы за свадьбу платят по 2-3 тысячи долларов фотографу. Русскоговорящие комьюнити $500, да, то есть как бы есть большая разница. Вот начнете сначала с русскоговорящей комьюнити, потом, соответственно, если вы профи, можете перейти уже на уровень американский. И еще один маленький совет от иммигрантов, не от меня, от иммигрантов, проживших здесь в США более 30 лет. Это как бы вот у меня уже сложилось впечатление о них. Они рекомендуют меньше говорить по-русски. Если в первое время вы только приехали, старайтесь меньше. Это не мой случай, да, как русскоговорящий ведущий. Я не могу себя лишить говорить по-русски. Но вот их советы, и вот мне они советовали многие, старайтесь меньше говорить по-русски, говорите на английском и переходите в бизнес англоговорящий. Англоговорящий бизнес приносит, конечно, другие деньги. Это доказано. Общаясь вот, опять же, недавно, несколько дней назад с Максом, который приезжал к нам на две ночки, мы узнали более подробно, что такое развозка еды. То есть вот он занимался доставкой еды. Здесь получается в среднем около $10. То есть он причем занимался развозом еды, где не требуется твоего social security. То есть программное обеспечение, приложение, которое дает тебе заказ, ты его доставляешь. Я не увидел, так скажем, в этом, так скажем, большого интереса для многих эмигрантов, но когда тебе нужно перехватиться и тебе нужно вот просто вот реальные деньги right now, ты можешь получить там $10-12 там, ну,
прям сразу. То есть остаться без денег ты, ну, никак не можешь. Доставка еды при помощи Uber'ов, лифтов, это тоже бизнес, который дает возможность заработка. Здесь более, он может быть больше, стабильнее, нежели, допустим, используя приложение без официальных регистраций как таковых. Такси. Такси один из вариантов еще. Многие это используют. Опять же, возвращаясь к знакомым, которые работают в этом направлении, Сан-Франциско, наш Нурдин, многие помнят моего друга, который работал у нас в компании в Техасе. Он до сих пор занимается, таксует в Сан-Франциско, его все устраивает, заработок от 120 до 200 долларов. День, это все зависит, так скажем, от того, как активно он этим занимается. В Чикаго у меня есть ребята из Кыргызстана, занимающиеся там, ну, целая бригада, то есть они нон-стап на один аккаунт, по-моему, по два человека работают. Один из вариантов — такси. Такси, и многие остаются, как и в стройке, на очень долгие годы в этом направлении. Но хотелось бы подметить обязательно, что когда вы найдете эту работу, первую вашу работу в Америке, не забывайте о том предназначении, о тех интересах, которые у вас есть. Ну, о той работе, которую вы делали раньше или хотите делать с любовью. Развивайте, выбирайте, все время всегда есть. Начните просыпаться раньше, не спите долго и ложитесь раньше, организуйте свой рабочий день, потому что загнать себя на работе вы в первую очередь, конечно же, себя истощите, ну и физически, и энергетически. Поэтому организуйте свой график работы, свой график отдыха обязательно, без отдыха не будет. Не бутылка пива и ноги задранные на стол в дырявых носках, это не сделает вас перспективным, это не сделает вас активным, созидательным. Обязательно пейте воду, занимайтесь спортом, тратьте время на прочтение книг, не уходите, не станьте себя чувствовать, что вот вы были кем-то там в России, да, а сейчас вам приходится здесь работать на стройке. Это нормально. И здесь, кстати, к этому нормально относится. Здесь нет такого: «О, да он на стройке лошара работает». Это нормально. Человек работает, он уважаемый человек, потому что он делает что-то, он не сидит и не ноет, он идет и работает. И здесь такое отношение ко всем, кто какую-либо копеечку зарабатывает, делает это. Респект, уважуха. Не забудьте, ребята, развивайтесь дальше, не оставляйте свои идеи. Сегодня вы без денег, но креатив в вашей голове – это ваше достояние. Это, знаете, это ваш банк данных, ваша история, ваш опыт, создание компьютерных игр, создание каких-то кулинарных изысков. Пишите книгу. И не забывайте, обязательно читайте. Это не сарказм, это реальная тема, которая важна для головного мозга, помните. Вот это вот. Не только то, куда мы едим, это то, чем мы делаем свою будущую и нынешнюю жизнь. И прошлое все уберите. Не надо жить прошлым, оставьте только самое полезное для информации и развития в дальнейшем. Вот. Историю знать надо, обязательно. Но живите сегодня и живите завтра. Ну, вот, наверное, это наверное, основные аспекты. Какие-либо, если аспекты я упустил, пишите в комментариях. Пишите в комментариях. Более подробные ответы на ваши вопросы я в следующем видео могу сделать. Поэтому давайте сделаем интерактив. За что вот обожаю YouTube, сделав видео, ты можешь прочесть комментарии, вопросы и потом их включить в это видео. Поэтому все ваши достойные вопросы я их обязательно прочту и вставлю ваш комментарий сюда и отвечу на него в следующем видео. С вами был Олег с Бугром Live. Я достаточно часто перед сложным рабочим днем, когда достаточно много задач поставлено,
Поднимаюсь здесь на крышу нашего офиса утром, когда никого нету, летают только эти замечательные бакланы. Иду в сторону океана посмотреть вдали, расслабиться, сосредоточившись, расслабиться. Немного постоять, немного подумать, что я буду сегодня делать, как я это буду делать, для чего я это буду делать.